Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Infiniti Q50. Ремонт переда. Машина приехала уже немного разобранная хозяином. Устанавливаю машину на стапель и разбираю ее. Итак, машина разобрана. И теперь я могу видеть все повреждения лонжеронов. Буду пробовать вытягивать. Вытягивается плохо и трудно. Чтобы было проще и иметь доступ к повреждениям, я удалю небольшой кусок лонжерона. Теперь натягиваю лонжерон и равняю его. Теперь правый лонжерон. Тоже его натягиваю и выравниваю. Для измерений приобрел карту с оригинальными размерами. Итак, лонжероны на месте, размеры и высота лонжеронов одинаковые. Примеряю телевизор. Все прекрасно. Завариваю лонжероны. Лонжероны заварены и работа с ними закончена.
крашу их. Лонжероны покрашены, и теперь я могу установить все детали переда. Я имею переднюю дверь и телевизор с радиаторами, капот, передние крылья, бампер. Все эти детали в хорошем состоянии и по цвету машины, поэтому покраски не будет. Устанавливаю их. Лонжероны обрабатываю антикоррозийным средством. Но для начала сборки мне надо отравнять вот эту вот алюминиевую деталь. Итак, я закончил ремонт этой детали и теперь собираю перед. Ремонт закончен. Это работало, заняло 4 дня. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!